Глава 7 книги «Песни песней Соломона». Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод манаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, тщерь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои — озерки сивонские, что у ворот Батраббаима. Нос твой — башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, любезная, твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградной кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный.